Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. После каждого намаза, субханаллах, также читается джаназа намаз. Очень много народу, субханаллах, смотрите. Салату аллахи ирхамукумуллах. Призыв к джаназу намаз. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Сейчас два раката совершим и сразу же несут тело джаннатуль бакия, совершается джаназа и сразу джаннатуль бакия хоронится. Каждый день паломники умирают, ну, местные тоже, наверное, умирают. Субханаллах. Вот так, братья, если кто хочет, иншаллах, приехать сюда, сделать ибада, обязательно позвоните. Мухаджир Тур нам помог очень красиво совершить эту поездку. Альхамдулилля, мы благодарны. Иншаллах, наша гостиница прямо здесь, вот альхамдулилля, недалеко. И сразу же Масджид Аль-Харам, сразу же, как вы видите. Вот. Так что, братья, обязательно пишите и скажите, если от Абдул-Азиза салам, то 5000 еще, иншаллах, будет вам бонусом скидка, братья. Обязательно звоните, иншаллах. Смотрите, какое прекрасное место. Альхамдулилля. Сейчас ждем джаназа намаз. Альхамдулилля, совершили джаназа намаз. Все, теперь иншаллах в гостиницу покушать после этого. То есть три раза питание, иншаллах, два-три раза. Как сейчас покушаем, иншаллах, после этого на последний намаз. Иншаллах, после этого спать. Потом 4 утра тахаджуд, потом 6 утра утренняя молитва, бамдат. И вот так проходит. Альхамдулилля, так что собирайтесь. Знаете, что хотел сказать? Никогда не говорите, я пойду под старости лет, да? Вот мы молодые, но и то устаем, ноги болят. Но, альхамдулилля, много ходим. Это ибада. Как бы это совершение ибада, тогда нужно много сил. Именно надо ехать тогда, когда у нас есть силы. Бывает, что мы в день вот по кругу ходим, да, очень-очень сильно устаем. Но, альхамдулилля, Аллах дает силы, и мы дальше делаем ибада. Братья, из-за этого, когда есть силы, когда вы молодые, приезжайте. Это больше награда, иншаллах. Если уже вы не молодые, все равно собирайтесь, иншаллах. Все-все собирайтесь, неважно какой возраст. Но хотел сказать, что как моложе, так быстрее сюда, иншаллах, на ибада. Так что, братья, обязательно поставьте лайк и, иншаллах, распространите этот ролик, чтобы все видели, знали и пришли сюда, иншаллах, совершать ибада. Альхамдулилля. Хочу вам показать питание, то, что ну, нас кормят. Альхамдулилля. На первое суп, рис по-арабски, мясо, какие-то овощи, макарон, картошка и курица. Дальше идет, альхамдулилля, салаты разные. Вы можете смотреть. Вот, то есть три раза питания по-разному. Ну, сегодня на ужин, альхамдулилля, вот такой вот ужин, яблоки, и также там соки, простая вода, и альхамдулилля, там чай, кофе. Но на одного человека вот такая вот порция, ну, кому сколько. Ну, альхамдулилля, наедаешься, тем более тут, как бы, мы приехали для ибада, да, чтобы поддерживать свое тело, это достаточно, это даже больше, чем достаточно. Вот тут вот такие вот супы. Так что, братья, альхамдулилля, можете записываться в Мухаджир Тур. Иншаллах, наши братья вас привезут, покажут, расскажут и бисмиллях отправят обратно домой. Всем ассаляму алейкум.